Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему кошки полезны для здоровья человека. Кошки – замечательные домашние животные, которые нередко становятся отличными друзьями для своих владельцев. Рядом исследований было доказано, что эти питомцы положительно влияют на психологическое и физическое здоровье хозяина. Почему зооспециалисты советуют людям при отсутствии аллергии на мяукающих заводить кошку? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 доказательств того, что кошки полезны для здоровья человека. Кошки помогают своим владельцам лучше справляться со стрессом. Общение с мяукающими оказывает положительное воздействие на нервную систему взрослых и детей. Поглаживания животного успокаивают и расслабляют, а игры с питомцем помогают отвлечься от плохих мыслей. Регулярное общение с кошками помогает привести в порядок сердечный ритм и снизить давление. Есть даже такой метод лечения и профилактики заболеваний, как фелинотерапия или кототерапия. По статистике, владельцы мяукающих реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем люди, у которых кошек дома нет. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Учеными Лондонского университета было установлено, что кошки способны помогать при лечении болезней суставов, простудных и гинекологических заболеваний. Эти животные являются настоящими живыми грелками, которые, ложась на больное место человека, могут улучшить состояние его организма своим теплом. Кошачье мурчание положительно влияет на иммунитет человека. Все дело в том, что во время мурчания кошки издают звуки частотами от 23 до 100 Гц, которые активизируют защитные иммунные силы человеческого организма, в частности, стимулируют кровообращение. Кошки абсолютно невосприимчивы к воздействию электромагнитных полей и благодаря этому могут перетягивать на себя излишнее излучение и нормализовать электромагнитное поле в доме. Именно поэтому мяукающие так сильно любят спать возле электротехники – компьютеров, телевизоров и стиральных машинок. Если у вас нет противопоказаний к содержанию кошки дома, мяукающий питомец может стать не только хорошим другом для вас, но и настоящим домашним лекарем. Перечисленные доказательства это хорошо подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!